Семена сероделы применяют для обогащения почвы азотом, легкоусвояемым фосфором и кальцием. Высевают их ранней весной на глубину до 3-5 см. Можно использовать как монокультуру или вместе со злаковыми. Цветение начинается через полтора месяца после посева семян сероделы. В это время сидират необходимо скосить. После покоса стебли растения снова идут в рост. Высота однолетника достигает до 50 см. Урожайность зеленой массы с одной сотки доходит почти до 200 кг. Скошенную траву измельчают и заделывают в почву. Землю после этого нужно увлажнить, чтобы активизировать разложение зеленой массы. Тонбергия, сероделы это. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.